На прошлой неделе вызвал резонанс высказывание Владимира Путина в Южкорее по поводу преподавания региональных языков. Скажите, пожалуйста, Ингель Навапович, у нас в Татарстане в ближайшее время ожидаются какие-либо изменения в преподавании русского языка и татарского языка? Ну, по этому вопросу что я хотел бы сказать? У нас же есть Конституция Республики Татарстан, есть у нас закон о языках, закон об образовании. У нас два государственных языка, русский язык, татарский язык. То есть и русский язык, и татарский язык, оба государственных языка у нас изучаются в приоритетных началах, то есть в одинаковом количестве. Мы действуем, то есть в форме федерального стандарта, то есть в этом плане у нас никаких нарушений нет, все наши действия согласованы Министерством образования Российской Федерации. Мы исполнители, мы пока исполняем закон. Если у нас программа образования, исходя из этого, мы и дальше будем действовать. Хотя последние годы много делается. У нас принята концепция преподавания татарского языка именно для тех категорий наших детей, русскоязычных детей, для татарских детей, которые несовершенно владеют татарским языком, и чисто татарских детей. Наша позиция какова? У нас два государственных языка Республики Татарстан. Любой родитель не против, если его ребенок владеет в совершенстве русским языком, татарским языком, еще бы еще английским языком. Поэтому мы думаем, все зависит от нас, и дальше мы будем продолжать нашу работу.